Шеф-повар Максим Григорьев. Пирог с мятой. Пирог с мятой – достаточно простая, но в то же время вкусная и ароматная выпечка к чаю. Такой пирог подкупает простотой приготовления, а также неповторимым ароматом. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Мука пшеничная 160 грамм. Мята свежая 0,5 пучков. Разрыхлитель 0,5 чайных ложек. Сахар 200 грамм. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобятся яйца, пшеничная мука, сахар, разрыхлитель, мята. Шаг 2. Мяту промыть, просушить. Отделить листья и нарезать их тонкими полосками. Шаг 3. 4 яйца соединить с 200 грамм сахара и взбить до образования пышной, плотной массы. 6-7 минут работы миксера средней мощности. Шаг 4. Муку 160 грамм просеять с разрыхлителем 0,5 чайных ложек частями, вручную, аккуратно ввести мучную смесь в яичную. Шаг 5. В конце вмешать в тесто подготовленную мяту, 0,5 пучка. Шаг 6. Форму, диаметром 24 см, выложить пергаментной бумагой. Смазать дно и стенки формы подсолнечным маслом, 1 столовая ложка, и присыпать пшеничной мукой, 1 столовая ложка. Выложить тесто в форму и разровнять. Шаг 7. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 с духовки до готовности, до сухой лучинки, приблизительно 30 минут. Вынуть пирог из духовки, полностью охладить. Перед подачей посыпать пирог сверху сахарной пудрой и нарезать на небольшие кусочки. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.